Hi, in this video, we're going to discuss what the heck are linking yeah and linking w in English. We'll learn. That the long oo like in flu and the long e like in flea are actually diphthongs in English, and why this concept helps you to understand the linking year and linking were phenomena better. We'll dig into what's your dropping and your core lessons, and why the word YouTube, this is how it's usually transcribed in online dictionaries, most likely sounds like YouTube. In modern british english and like youtube in modern american english interested ready i am ready i am that's a linking yeah so without the further ado let's get started and let's get into it into it and that was a linking we have already started haven't we ah. Начнем сначала. Чем отличается английский звук «е», как в словах «yes», «you», «young» от русского и краткого, как в словах «ест», «юг», «ян». По большому счету, мало чем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Это короткая версия. На этом можно было бы закончить, но дьявол, как всегда, в деталях. Кто смотрел теоретическое видео по согласным международного фонетического алфавита IPA, тот понимает, что в одном месте соприкосновения языка с небом можно произнести три звука. Стоп — это когда язык упирается в небо и полностью перекрывает ток воздуха. Так звучит мягкий русский «г». В IPA есть специальный символ для этого звука «г», но в русском языке, в русской фонетике его традиционно обозначают как етированное «г». «Г». На самом деле это одно и то же. Просто потому, что в русском твердые и мягкие согласные противопоставляются системно. Мягкие по-умному называются етированные или палатализованные согласные. Если мы чуть отпускаем язык и оставляем там же маленькую щелочку и начинаем через нее шипеть, получается фрикативный звук «и». Такой звук есть, например, в южных русских гакующих говорах, где так реализуется буква Г перед И, ГИПС им логично. И надо сегодня, все, гипс снимают, клиенту уже Гипс, гипс. Что такое стратегическая сессия, я не знаю. Стратегическая И вот эта психологическая настройка, психологическая. Знаете, как есть такая могильная плита, могильная. Но даже если вы выросли на севере России и гакаете с твердым Г, то звук Е все равно в вашей речи встречается. Прежде чем идти дальше, обобщаем теорию. В одном и том же месте соприкосновение языка с небом у нас может быть три звука. Стоп, г, г. Язык вжат в небо до упора, так что дышать не можем. Г, г. Фрикатив, е, Там уже появляется маленькая щелочка, через которую мы с трудом напряженно, но уже дышим. Е, е. А если еще больше расслабить язык, то получается аппроксимант е. И здесь мы уже свободно дышим, и его можно петь без характерного шипения. И по этому признаку такие звуки называются полугласными. В них голоса больше, чем шума. А в африкативе и, и наоборот, больше шума, чем голоса. Если аппроксимант е пропеть, и фактически получается и. Поэтому у нас в русском есть гласный и и полугласный и краткий неслоговая и. Если мы говорим йод, это химический элемент. Если мы растягиваем этот и краткий в полноценное и, то получается иод. Йод одно слово. Иод два слова. Так вот, дело в том, что в русском языке, в любых его говорах, аппроксимант и й, и фрикатив и, они взаимозаменяемы и свободно переходят один в другой. Вы по сто раз на день говорите то еще более твердо, то еще более мягко. И вы даже не замечаете, что произносите разные звуки. Обычно, когда мы говорим мягко и спокойно, то это и... И очень расслабленная. Это аппроксимант. Скажите мягко, спокойно, лениво, как будто спросонья. я ел йогурт. А теперь я глухой дед, который вас не слышит. Чё? Что ты там ел? И вот тогда вы повторяете. Я ел йогурт. Слышь, нет? Я ел эту картошку. Я ел. Как я ела клубнику с дедушкой. Я ел. Я ел очень много. Я ел... Я ела филе. Я ела... Вот я ела и ложками. Я ела... Секрет же английского «е», когда мы говорим «я you yelled at young yuppies, в том, что оно в нормальной речи очень неохотно переходит в африкатив «е». Поэтому, если вы попросите носителя выговорить эту фразу четко по слогам, оно не превратится в «yet you yelled at young yuppies», как мы бы это сделали по-русски. Улавливаете разницу? В английском языке звук «е» может превращаться в африкатив «е», но обычно это происходит, когда человек уже брызжет слюной, и это уже штормовые эмоции. yes! I just show up and say yes to things like, yes, yes. Hey, you wanna go talk to the troops? I'm like, yes, yes. And so when someone says, hey, you wanna be in a film, yes, yes. Yeah, man, let me try that. Yeah. And then there's like, <laughs> yes, yes. one moment in that film where I'm thinking, yeah, man, yeah, this is me. He went, yeah, I wrote it for you. I... yeah, yes, that's to me a victory. Yes. Для тренировки постарайтесь произнести фразу «Я ел йогурт», растягивая этот и краткий «Я». Но при этом следя за тем, чтобы он не переходил во фрикатив. Я ел йогурт. То есть у нас должно оставаться пространство между спинкой языка и ⁇ небом. Трюк в том, что в английском согласный в ударном слоге артикулируется напряженнее, чем в русском. Но при этом и это скорее ближе к русскому напряженному и, чем к шипящему е. Мы напрягаем язык, но напрягаются другие мышцы. Пространство между языком и небом не закрывается. И я ел йогурт. Если этот момент у вас натренирован, вам не составит труда произнести you at young напряженно, но напряженно по-английски, а не по-русски. И чуть позже в этом видео мы вернемся к этому нюансу, чтобы понять, почему ваша русская вот это е-е мешает вам связывать гласные в слогах правильно и мешает связывать некоторые слова в слитной речи по-английски, а не по-русски. Stay tuned or tuned or tuned. Never mind. Если бы видео было исключительно про звук Е в английском, на этом можно было бы закончить. Кроме ранее описанных никаких других отличий у русского Е у него нет. Но есть ряд интересных особенностей произношения этого звука, которые отличают разные акценты английского языка друг от друга. Одно из важных отличий стандартного британского акцента Received Pronunciation от стандартного американского акцента General American состоит в том, что после согласных ТН звук Е, там где он был исторически во времена Шекспира, в британском акценте сохранился, а в американском выпал. Например, в классическом RP говорят due, duty, durable. Американцы произносят эти слова как do, duty, durable. То есть due и do в RP звучат по-разному, а в general American одинаково. Do, do. В классическом RP tune, tube, student. В general American tune, tube student in classic RP new neutral neuron of general american new neutral neuron that's not your duty when you're listening to it. Due to because everything they're doing begins to feel like a duty or an obligation. Due that they would do their due diligence before publishing a story. Do their due. But we also have to do due diligence. To do, do do instead of scrolling Instagram on the tube. tube. Tube spitting into a very tiny tube for about three minutes. Tube. And the good news. News. From what you've seen in the news and media. News. Однако данное правило работает только в ударном слоге. В послеударном слоге «е» после «н», как правило, сохранился в американском английском. То есть слова «menu», «continue», «genuine» звучат одинаково и в «rp», и в «general American». More like a toolbar or a menu. Menu. What should the menu be? Menu. It's not a genuine or... Genuine. We're trying to make a genuine effort. Genuine. Ну и есть такое слово, как January, or January, которое по обе стороны Атлантики часто выговаривают как January, or January. А в Британии, в быстрой речи, оно иногда даже сокращается до January. January, January, January. January. I landed back like the first week of January. January. On January 1st, I'm going to change my life. January. If you had stood up 19 January. January. January 2017. А January, January. вот в послеударных слогах, как в словах avenue, revenue, retinue, в британском английском, как правило, е звучит, а в американском английском чаще не звучит, но может и звучать. То есть слово avenue американцы Чаще выговаривают без и avenue, но некоторые произносят и с йотом, как avenue. And when I turned right on Sixth Avenue. Avenue fifth in increased Иногда в учебниках или гайдах онлайн преподавателей вы можете встретить, что в американском английском Е теряется после всех альвеолярных. То есть не только после т д н, но и после с л. ну касательно с з, я бы тоже это правило распространил на американский английский потому что из 100 примеров на юглиш мне попался только один американец который говорит suit 99 его земляков говорят suit решительное большинство Technique, strategy, whatever word best suits your temperament. И я бы не стал здесь рисовать контраст с британцами вообще. Британцы это сборная солянка из сотни разных акцентов. Если мы говорим о классическом RP, там да. Shoot, assume, presume and pursue. Но в реальной речи встречаются еще варианты assume, presume и assume, presume. О последних мы поговорим чуть позже. Money's is, is your suit. Suit. Because their IT network doesn't suit the changing requirements of Parliament. Suit. Looking like he just jumped out of bed while still wearing his suit from the night before. А есть еще такая страна, как Канада, где еще в конце 20 века канадцы эти сочетания произносили скорее на британский манер. Например, некто Иэн Прингл пишет в 1985 году. There is one shibboleth of pronunciation which Canadians use to mark their difference from Americans – the pronunciation of U and EW spellings after T, D and N. Canadians think they know that Americans invariably say tune for tune, do for do, news for news. They also believe that the British do not do these things. Consequently, when they want to stress how their English differs in sound from American English they are particularly likely to settle on these sounds. с тех пор выросло два поколения, и они благополучно практически полностью американизировались в этом смысле. В 2022 году исследователи насчитали, что в Торонто Е после ТДН произносят только 5,7% говорящих. Что касается сочетания l плюс e, не вижу никакого смысла включать эту комбинацию в различие между британским и американским английским. По обе стороны Атлантики говорят luke, lose, «люд». Никакого e в этих словах у британцев нет. Who opposes Luke Skywalker? hello my name is luke trainer luke but he said you know you gotta lose it lose the one chimpanzee who'd begun to lose his fear before the others lose Точно так же, как американцы не произносят volume, value, как volume, value. А failure не сливается с failure. And exactly the value you're offering to customers. Value. And that's something that I really value about my current position. Value. One type is pressure volume work. Volume. They also reduce the volume of blood by 30 to 40 percent. Or, yeah. And this fear of failure. Failure. -ar. Are you willing to be a professional failure? Ah, yes слова, в которых е может встречаться, а может не встречаться. Например, prelude, prelude. It's his first prelude. Prelude. And very often a prelude to a breakup. Prelude. It was a prelude to the attacks that soon followed. Prelude. Extract from the prelude. Prelude. This piece is a really beautiful prelude. Prelude. Uh, it's the prelude to what's been happening in Swords Point. Prelude. All of this sort of prelude brings me to prelude. It was a prelude. To a flare. Есть второй момент относительно звука е, в котором отличается британское и американское произношение. Это когда некоторые из сочетаний, о которых мы только что говорили, реализуются по-другому. Когда сочетания де, те, се, зе начинают звучать как g ч. Sh, j. То есть слова, которые в RP звучат как duty, tube, consumer, presume, начинают звучать как duty, tube, consumer, presume. Completely discharged from a duty. Duty. We do have a moral duty to help people in need. Duty. That is not my duty because I'm a religious person. Duty. I'll walk you to the tube tube. but now i'm getting back on my tube. tube the designs great project was democratizing the right to consume consume. how we are learning to begin to waste less and consume less consume. than the energy we consume as a business consume. at the writes a yod coalescence or palatalization. Минуточку. Мы же с вами договорились, что полотализация ⁇ это смягчение согласных в русском. И с ней надо бороться в английском, чтобы си не звучало как си, как си плюс ⁇ плюс» или си пин, а нит не звучало как нить. На самом деле здесь термин полотализация употребляется в разных смыслах. «Палатум» по-латински означает неба, И так или иначе речь идет о том, что какие-то звуки артикулируются у твердого неба. Не будем углубляться в дебри теории, просто запомним, что в англоязычной литературе в этом контексте полотализация это синоним «yod coalescence», то есть когда вместо «tuesday» и «tube» произносят «tuesday» и «tube». И поскольку в американском английском у нас чаще йод выпадает tune, а в британском полотализуется tune, то в американском английском у нас слово do сливается со словом do, а в современном британском английском do все чаще начинает звучать как do. I'm due to do that. Due due There are a number of companies that do due diligence there. Due, 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 due. Did you do the right due diligence? Due, 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 due. Насколько часто это случается? Правильный ответ — все сложно. Британский лингвист Джефф Линдзи считает эту тенденцию настолько сильной, что вообще в своем онлайн-словаре Cube слова типа YouTube, Tuesday, Tune транскрибируют через Ч. Точно так же поступает Cambridge Dictionary. Tutor. Именно так записан британский вариант этого слова. А слово June в их транскрипции сливается со словом June. Like the month of June. В свежем 2021 года исследований, которое называется It's Tuesday, in it? Американские лингвисты выясняли, как на юге Англии произносят reducing, assumed, student, dunes, pursue, consume, introduced и прочие самые частые слова, в которых может возникать полотализация. Что они обнаружили? Все зависит от происхождения англичанина и от его места проживания. Классический вариант tune по их версии находится на грани вымирания везде. Но... Жители Эссекса предпочитают выкидывать Е. Тюн как американцы, 74%. В Лондоне практически пополам, 51% чун, 46% тюн. Хэмпшир тоже почти пополам, с небольшим перевесом тюн. А вот в окрестностях Кембридж 100% опрошенных использовали вариант тюн, редкое для английского языка единство. Жители графства Кент в большинстве своем предпочитают вариант тюн. 72 процента. Ну а мы, как современные люди, живущие в эпоху маркетинга, фейк-ньюсов, пропаганды и прочих методов что-то нам втюхать, к серьезным авторам прислушиваемся, но на слово никому не поверим, пока свое колхозное исследование не проведем. Топаем на юглиш и слушаем, что там на самом деле. Итак, что я там обнаружил? Во-первых, зачастую очень сложно отличить tune от tune в быстрой речи. Потому что у британцев зачастую t звучит с так называемой африкацией. То есть right звучит как right. Поэтому часто встречается еще вариант tune. То есть t в таком сочетании звучит фактически как t, но e сохраняется tune. Поэтому такие варианты я считал как классику tune. Потому что your dropping и your coalescence это про то, что звук е исчезает тем или иным образом. А здесь он все-таки остается. Итого, так, приблизительно на слух я насчитал tune 40%, tune 52% и tune – 8%. Слово Tuesday – 31 человек из 100 произносит как Tuesday, 58% как Tuesday и 11 человек как Tuesday. И что характерно, один и тот же персонаж может один раз сказать Tuesday, другой раз Tuesday, один раз tune, другой раз tune и так далее. Some say that his favourite all time tune is Forever Autumn by Justin Hayward. Tune. So you're driving along and the tune you really like comes on the radio. Tune. It may not be exactly in tune if someone's singing or playing slightly out of tune and you're playing exactly their note but in tune because the piano's in tune. 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 И такое еще нашел исследование The Yod, palatalize it or drop it. Там у британцев насчитали 54% tune, 44% tune, 2% tune. Здесь как-то классический tune 44% не вымирает ни разу. Встречается ли your coalescence в американском английском? Смотря где, в ударном слоге внутри слова после d, t, s, z его быть не может, потому что в этой позиции для американского английского характерен your dropping. Звук Е исчезает. Duty. Tune, assume, presume. А вот на стыке слов, где первое заканчивается на d, t, s, z, а второе начинается на е, такие стыки могут полотализоваться. И иногда звук е там может исчезать и вовсе. Например, please you может звучать как pleasure, а miss you как mission. Но они не могут звучать как pleasure и mission. Звук е не может здесь выпадать вовсе. Статистика по miss you на юг лишь такая. Только 9 человек из 100 ассимилируют его в mission. У 91 человека классика. Miss you. Is your становится Azure. у 25% американцев но ни у кого не превращается в Azure. То есть звук е полотализует предыдущий согласный, но не исчезает. What you звучит с гортанной смычкой у 71% американцев, у 23% watcha. У 6 человек из 100 классика what you. А вот для фразы need полотализованный вариант встречается гораздо чаще: 46% need your против 50%. Needier. Will people miss you if you're gone? Miss you. And I really like you. And I'm going to miss you. Miss you. Now is your time. Now is your. Is your most important asset. Is your. With what you really value. What you. And what you are. What you. You can't reveal what you do for a living. Would you. And then you need your strategy to win the race. Need your. So we need your help. Need your. польские лингвисты насчитали, что в американском английском «е» ассимилирует предыдущий согласный в таких позициях в 51% случаев. То есть не надо воспринимать это как нечто обязательное. Когда попугайничаете, просто обращайте внимание, где какой стык как реализован. И повторяйте за носителем. Если ваша ролевая модель говорит «as you», Повторяйте as you. А когда этот же человек говорит as you повторяйте as you не прилипайте к одному варианту. Тогда в вашем репертуаре будут все возможные произношения, и наработается их адекватная статистика. Nobody cares about you as much as you. As you. I'm not as political as you. As you. This year. При этом внутри слова в безударной позиции в американском английском есть такие слова, где полотализация существует безальтернативно, где она уже просто сложилась так сто лет в обед и давно закреплена как абсолютная норма: educate, module, graduate schedule, individual. Если в британском английском вы можете наряду с более современным произношением education услышать более консервативный вариант education, то в американском английском это безальтернативно education. Я же говорил, что все сложно. And again, that education, that bit of learning, education. When there was no easy way to get an education, education. I feel like it's up to each individual to do that. Individual. As a more robust. immune individual. Individual. No mutant individual could arise. Individual. And that every individual has abilities that should be celebrated. Individual. Также в британском английском встречаются очень консервативные варианты SU. Азия, Индонезия, в то время как в американском английском это безальтернативно. Issue. Asia Indonesia We're all worried about the issue of plastic packaging the issue of You learn never to bring up an important contentious issue with a loved one is issue But developing digital markets such as Indonesia Malaysia Indonesia Malaysia What we see happening in Indonesia, Malaysia and Thailand Indonesia Malaysia. На самом деле все эти тенденции — это никакая не новомодная история, а они возникли еще задолго до первых поселений в Америке. В среднеанглийском было четыре гласных «ю», иу, эу, иу". Эу, которые в 16 веке слились. Этот период называется Early Modern English, то есть язык, на котором написана классическая King James Bible и на котором писал некто Уильям Шекспир. То есть язык, который хотя и звучит сегодня архаично, но в принципе понятен современному англофону без перевода. Так вот, в этот период эти четыре гласных слились во что-то среднее между «ю» и «ю». Далее, к концу 16 века победил второй вариант ИУ. И уже в 17 веке этот звук стал звучать как современное «ю». Вот когда этот звук возник в английском языке, тогда же и появились первые спикеры, которые захотели от «е» e в некоторых позициях избавиться. Потому что в некоторых сочетаниях это очень неудобно выговаривать. Когда-то «future» читалось в британском английском как «future» с двумя звуками «ю». Помимо этого бытовали варианты «future» и «future». Современный стандарт «future» тоже существовал, но был лишь одним из многих. Nature было Nature, и как варианты Nature, Nature, Nature. Современное «що» sure или «що» когда-то давно было «сью» или «щью». blue читалось как blue, rude читалось как «рюд» или «рюд». Не знаю, как тогда звук «р» выговаривали. И даже «truth» было когда-то «truth» или «truth». Как это вообще можно выговорить? И тогда же, когда появились желающие выговаривать это попроще, появились и люди, которым это активно не нравилось. Преподаватель английского Кристофер Купа в 1687 году включал современные sure и sugar в свой список слов варварского произношения, которого следует избегать. Джон Уокер, автор английского орфоэпического словаря 1791 года, жалуется, например, примерно произношение Дюк вместо Дюк и настоятельно рекомендует избегать Онога. Джеймс Элфистон в 1786 году в своем двухтомнике English Speech and Spelling Rendered Mutual Guides обозначает произношение blue, rule, truth, new термином liquefaction, а относит это к вульгаризмам и сетует на то, что такое встречается не только у этих ваших мужланов в провинции, но даже в образованном Лондоне. Ну что он сказал бы mutual, можно по теме, догадаться. А вот English with an I — это самобытно. Впрочем, были и более либеральные авторы, которые приветствовали изменения. Томас Шеридан в 1780 году в словаре «A General Dictionary of the English Language» слово «English» он, кстати, пишет через «e» легитимизирует «Yod Coalescence», за что получает по шапке практически от всех своих современников. Тот же Уокер, например, категорически не приемлет «creature», «feature», «tune», «tutor», «tumult», и считает такое произношение вульгарным. Уильям Кенрик в новом словаре английского языка, изданном в 1773 году, тоже отмечает как модные новинки Nature Creature и считает их столь же благозвучными, как и более консервативные Nature Creature. However, Mr. Kendrick не включил произношение nature в этот свой первый английский словарь, в который попали yod coalescence forms. Например, measure он транскрибирует через ж, а вот nature на современный лат он туда не включил. Apparently, the word nature didn't sound natural enough for Mr. Kendrick. В общем, эти авторы спорили между собой, какое произношение правильное, пытались вывести из тогдашней моды какие-то правила, после каких букв можно, после каких нельзя. Ладно, раз все говорят sugar, давайте зафиксируем это в виде исключения, а вот с произношением suicide или superior мы согласиться никак не можем и так далее. Вы спросите, а какое нам, современным людям, дело до этой пыли веков? мы можем извлечь из истории уроки. Моды на произношение бесконечно меняются. Сегодняшние тинейджеры станут через 20 лет дяденьками и тетеньками, а нынешние дошкольники станут подростками и изобретут язык заново, чтобы отличаться от этих старперов. И будут смеяться над сегодняшним сленгом и сегодняшним произношением. И этот цикл бесконечен. Поэтому для британского произношения я бы не спешил хоронить йод. Свыше 40% тюн — tune это отнюдь не вымирание. Короче, если вы помоложе, я вам рекомендую Tuesday Tune YouTube. А если вы постарше и уже привыкли к Tuesday Tune и YouTube, продолжайте так говорить, не вижу особой нужды в похоронных услугах. Это более чем живые и широко употребляемые варианты. А как там дальше сложится, не надо гадать на кофейной гуще. Поживем, увидим. Для американского произношения мы однозначно выкидываем е в позициях после т, д, н, с, з. Tune, duty, news, suit. Резюм ⁇ это вполне устоявшаяся норма. Во всех остальных случаях словарь, транскрипция и юглиш, ваши друзья и помощники. Не надо гадать и выдумывать, как слова произносятся. В английском языке угадать из написания, как слово произносится однозначно, невозможно. Надо просто знать, как каждое слово правильно произносится. Чем раньше приучите себя, тем больше вы учите. Прежде чем объяснять про linking в и linking е, надо усвоить еще одну тему. С ней вы лучше будете понимать то, что там происходит. Про то, что в английском языке долгие гласные i и и Oh, это зачастую дифтонги, я рассказывал еще на заре канала в видео про эти звуки. Но для тех, кто не в курсе, я повторюсь. В английском языке долгое и ⁇ это фактически дифтонг, который начинается от расслабленного ⁇ и ⁇ а заканчивается напряженным ⁇ и ⁇,⁇ сей, фэй ⁇,⁇ сы ⁇,⁇ фэй ⁇,⁇ Альтернативно это можно записать как ⁇ и ⁇ то есть начинаем от и, а приезжаем в и краткий. Но только помним, что английский е e, это не фрикатив. E, 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 До такого шипения не надо доводить. Это чем-то похоже на русское и, как красный опасный. Но только начинается от и, и, e, красный опасный. Это с английским акцентом. And as you can see... see the most distant thing you can see see a lot more than you need to be paying with that flat fee fee we also collect a merchant fee fee it was purchased as a tv series by bbc and played on bbc 3 in may this year TV's bbc 3 Такая же история с долгим «у». Де-факто это дифтонг, который приезжает в полноценное русское «у» только в самом конце, а начинается от какого-то другого у-образного звука. Например, он может начинаться от расслабленного «у», как в английском «look good», «good», у", 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 у". Или может начинаться от более переднего «у», у" как в русском «чуть-чуть», «чуть-чуть», а приезжает в Ooh. Choo 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 ooh 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 ooh. Ooh. Oh. You too have carried it off in numbered pieces. You too. They knew that their data storage system was inadequate. No. He was very interested in the true mechanics of power. True.

you. Получается английское you. Следите за тем, что у меня происходит с губами. Они максимально вытягиваются в трубочку только в самом конце. You. Тю. You. Тю. Не тю-тю-тю, как денежки тю-тю. То есть по-русски вы сразу вытягиваете губы. Тю, тю, To. А чтобы получилось английское to, мы вытягиваем губы не сразу. Мы начинаем просто от звука т, а губы вытягиваем, и язык внутри приезжает в у с запозданием. You, to, to. Юля, мы поедем на юг в июне или в июле. Звучит это по-русски? Ну в принципе о чем речь понятно, но звучит как-то странно, театрально и манерно. Так включайте этот театр каждый раз, когда вам нужен звук оу". И также в английском есть междометие. Что-то типа русского фу. которое звучит как этот звук. where does the smell come from? Terrible. I'm, I'm getting over it, but you're like. Ew! Ew! They grew and they made great friends. Grew! Ew! Ew! I'll share a meme for you. Ew! Что такое дифтонгоиды и чем они отличаются от дифтонгов? Дифтонгоиды — это разновидность дифтонгов. Это такие маленькие дифтонги. Есть дифтонги, в которых язык движется от одного звука к радикально другому. Например, английское «ау», как в словах «out», «how», «now». Town. На фонетическом чарте это долгая линия, потому что язык из одного угла рта в другой едет. А «эй» e Эй. Мы от одного и-образного звука к другому едем, и они друг на друга похожи, и стрелочка получается маленькая. Точно так же эу, эу. Если русским словом сказать вместо греческого, дифтонгоид – это дифтончик. Вот такие дифтончики, в которых язык от соседнего к соседнему звуку движется, иногда называют термином «дифтонгоиды». В американской фонетике иногда дифтангоидами считают звуки Эй. Но они же рядом, короткие, поэтому слово day транскрибируют двумя символами, а слово no тоже двумя символами. Например, в Википедии в статье General American English мы видим в табличке только три дифтонга, a и о отсутствуют. А вот картинка из официального гайда IPA по американскому английскому, автором которого является примкнувший к американским еретикам британский британский лингвист Питер Ладефогет. Вы здесь видите на чарте дифтонгов A и -E O? Нема, как говорила моя бабушка. А вот вам транскрипция стандартной притчи про солнце и северный ветер. Came, cloak, making, so. Где дифтонги? А я вас учил, что в американском английском 5 дифтонгов, а в британском 8. Почему так? Куда дифтонги делись? Как решить, сколько цветов в радуге? В американской школе на уроках рисования учат, что есть три основных цвета. Красный, синий, желтый. А из их смешения получаются три дополнительных. Оранжевый, зеленый и фиолетовый. Всего шесть. Исаак Ньютон, когда воспроизвел радугу через призму, изначально видел в спектре пять цветов. Красный, желтый, зеленый, синий. И фиолетовый. В английском традиционно нет деления на голубой и синий, есть только blue. Древние греки выделяли 7, потому что Аристотель и Пифагор считали 7 магическим числом. И Ньютон такой почесал репу и решил, что так будет волшебнее и эзотеричнее. 7 нот в музыке, 7 известных на то время планет. Пусть будет 7 цветов. И добавил оранжевый между красным и желтым и индиго между голубым и фиолетовым. Или вот, например, люди африканской народности Химба в экспериментах не сразу замечают на правой картинке голубой квадрат, потому что в их языке такие оттенки синего и зеленого это один цвет. Они не обучены отличать эту разницу. В то время как сразу видят на левой картинке, какой из квадратов какой-то не такой зеленый, как все. Потому что с детства приучены различать эту разницу, и у них в языке есть два слова ее обозначающие. Радуга — это просто спектр. Делить его на цвета и называть определенным образом — это чисто культурный феномен. Точно так же положение языка во рту и определенный формантный состав звуков. Вы не слышите звуки чужого языка, потому что не обучены их слышать. А та или иная теория, как описывать эти звуки, — это чистой воды традиция. В русском мы «пай» и «пой» считаем, что здесь три звука, а отличаются они одним гласным в середине. Но никто не мешает «ай» и «ой» в русском считать дифтонгами. Тогда минимальными парами у нас будут еще «пай» и «па», «пой» и «по». В этой теории, в этих словах, будет по два звука. Смотрите, возьмем простую русскую фразу «я пролил лак». Я пролил лак. Я пролила лак. В чем разница между этими тремя фразами? Ловили? Скорее всего, вы подумали, он просто манерничает и кривляется. А между тем, я вам туда вставил три английских слова с американским акцентом. Лак, лак, лак. Лак, лак. Я пролил лак. Лак, лак. Я пролил лак. Лак. Лак, я пролила лак. В русском контексте нет разницы. Это просто странные манеры произношения, а в американском английском вот это специфическое кривляние это смысловая разница. Мне лично звучит дико, что в слове day какое-то долгое э, потому что в русском есть пей, лей, бей, сей, и мы воспринимаем эй как два звука. Нас так в школе учили. Для русскоязычного человека дичь считать это каким-то одним долгим. А если вы попытаетесь американцу объяснить, что в слове no два гласных, потому что там дифтонг, он вас посчитает сумасшедшим. Потому что его в школе учили, что в слове no long o. Потому что если буква называется o, и в слове она также звучит, это long o. А в слове dog буква O не звучит, как называется. Значит, это short O. Это так называемый phonics или phonics. Это просто трюк, как запоминать, как пишутся и читаются английские слова. Потому что английская орфография — это дичь. К фонетике это не имеет никакого отношения. И вот поэтому, как мне кажется, у них и возникают такие теории. Им это заходит, потому что им что-то похожее в школе объясняли. Вот, например, на Reddit есть топик, где калифорнийцы, которые учили фонетику по американской системе, где только три дифтонга, с удивлением узнают, что за границей учат иначе, что в No оказывается дифтонг. И студенты мне тоже регулярно рассказывают, они думают, что американцы знают, что в Go Slow у них дифтонги, а американцы на вас смотрят, как будто вы только что из Дурдома выписали. Поэтому не удивляйтесь, если с этим столкнетесь. Да, есть такая теория. И нет, это не значит, что слово day и слово no надо как-то иначе произносить. Это просто альтернативное описание. И да, эта теория таки дичь, которая становится понятной только англофонам в силу специфики их образования. И нет, иностранцев так учить не надо. У вас нет почвы, на которую эта теория может лечь. Вам это не зайдет. И да, на самом деле в словах day no, и no такие дифтонги, какими бы символами их не записывали. Кто-то, возможно, спросит: ну и к чему нам все эти дифтонгоиды, если это просто теоретическая мулька? Э-не, если бы это был просто теоретический кульбес, я бы не стал тратить на это время. Я это рассказываю, потому что определенные ошибки от студентов каждый день слышу. А из понимания долгих Эй и Эу, как дифтонгов, можно извлечь вполне практические выгоды. Выгода первая. Если мы воспринимаем «и» и «у» как дифтонги, это нам автоматом дает правильную длину этих звуков. Дифтонг — это два звука, соответственно, по определению он звучит дольше, чем один. По определению, по определению, по определению, по определению. Чувствуете разницу? Долгий, короткий. Два звука или один звук. Заодно, заодно заодно, 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 две точки, тара, тара, заодно, 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 тире, точка, тара, тара, другой ритм, тара, 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 заодно, 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 заодно. Или вы не слышите разницу в длине в русском? Прекрасно слышите. Что мешает в английском слышать? Я сыт, я сыт, я сыт, я сыт, тада, тара, -да, тара, -да, тара. -да. Чувствуете, что разный ритм? I sit on a seat, I sit on a seat. То же самое, два звука длиннее, чем один. Вы же отличаете «узкий», как «дороги узкие», от «узкий», как «проход узкий». Узкий, 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 узкий. узкий. Слышите? сказать можете, так пользуйтесь. Юлий от Юли отличаете? Юлий Цезарь дома у Юли. Юлий, Юли, Юлий, Юли. Слышите же? Вещи, вещи. Пени, пени. Маги, маги. Рыжи, рыжий. Слышите, слышите, знаю. Что еще тут можно придумать? У или и ли две ки. Это же не звучит как уми или две ки. Отличаете долготу? Очень хорошо отличаете. Ваш процессор в голове еще даже успевает ее интерпретировать как два слога. В быстрой речи мы просто тянем это и. Уми-и-ли и-и. Мы не выговариваем это так, как если бы по слогам произносили уми и и ли». В быстрой речи это просто долгое и. Уми-и или и, прииск. Не звучит как приск. Прииск Приск, приск, приск. Замечаете разницу? Почему в английском не замечаете? Два звука длиннее, чем один. Bit beat. Bit beat. Представляете в голове, что beat это два звука, примерно как русское и или и, только от твердого б. Bit beat. lick, lake. Chip, cheap, Dead, dead. He hate, что мешает вам всегда так представлять и выговаривать эти слова? Ничего, нужно просто обращать внимание на эти нюансы и вырабатывать привычку. Выгода вторая. Если мы представляем i и и у как дифтонги, нам легче избавиться от русской палатализации, от смягчения согласных. Что там у нас бывает? А, ah, yes, I see. See, see это Си Цзиньпин или C++, а по-английски это C. Код написан на C++. Вот как это по-русски звучит с английским акцентом. Понятно, о чем речь, но странно. Вот эта странность и есть акцент. Что здесь происходит? Мы по-русски одновременно со звуком «с» сразу же ставим язык в положение «и» и си 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 вот так возникает мягкий согласный си 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 а в английском это с с твердый звук а в и мы приезжаем запозданием потому что дифтонг начинается от и, и, с с с сей. Сэй, в и или и краткий, что кому слышится, язык приезжает только потом. Сначала расслабленно, вот так дебильно, э, э, э. рот приоткрыт, язык не выговаривает нормальное и русское, как будто бы вам дантист анестезию вколол, а в приезжаете и приезжаете максимально тужите язык и и ловите это и только в конце с с с Say. Ну что еще я регулярно слышу? It's me. Me. Me — это нота в музыке или марка советского вертолета. А в английском это me. Me. Опять же, в русском мы сразу одновременно с губами ми-ми-ми-ми внутри ставим язык в и поэтому он и звучит как ми-ми-ми-ми-ми. А в английском в и мы приезжаем с запозданием. Дифтонг начинается от э, e, расслабленного звука. Мэй. А губы лыбим максимально, язык к небу тянем в и, только потом. Мэй. Мэй. Academy for me. This innovation we see. See. No matter how attractive it might be. Hey. So, yeah, we shall see. See. <звы> Что там еще у вас бывает? Two minutes. Two minutes. Кто это? Что это? Тюменец, эсминец. Что житель Тюмени делает на военном корабле, и при чем тут английский язык? С кем он воюет? Соединенными Штатами или с Великобританией. Почему это не звучит по-английски? В слове to двойной гласный, по длине как два коротких, и у него нет краткой формы, в отличие от предлога to, который перед согласными редуцируется. To, to, to minutes to minutes вот как это должно звучать со шва. Но это другой смысл. It's like it takes from seconds to minutes от секунд до минут, two minutes. Two minutes, and two minutes, two is a content word, на него обязательно приходится ударение, и раз это долгий, он должен тянуться в полтора, вдвое дольше, чем краткий, на то он и долгий. Two minutes. Two minutes. Two minutes, two minutes. А у вас ни то, ни сё, и непонятно, что вы этим хотите сказать. Simple things that you can do from seconds to minutes. Two minutes. Our fight lasted less than two minutes. But two minutes. Выгода третья. Если мы представляем долгое и и долгое у, как дифтонги, то нам проще научиться связывать определенные типы слогов и определенные типы слов между собой в потоке речи. А вот об этом мы поговорим подробнее. Linking е — это когда одно слово заканчивается на долгий и, а следующее начинается на гласный звук. The apple. Be able. We ate. See ocean. She arrives. He opens. The only animal. Three onions. The story of very often. Because I couldn't even be outside. Be outside. And as we enter into an era of. We enter. So she actually took me and moved me away. She actually. He opens the door. He opens. Как определить, на какой гласный на «э» или на «и» заканчивается слово, не глядя в транскрипцию? Очень просто. В General American в финальной позиции всегда долгий «э». Слово вообще не может заканчиваться на «э», «о», «э», «а», «э». На любой краткий звук, кроме шва. В конце всегда будут «и», «у», «о», «о» или «дифтонг». В receive pronunciation чуть сложнее, потому что там есть три звука. И, э, э. А чтобы еще больше вас запутать, британцы в реальной жизни реализуют дифтонг э, кто как хочет. То есть слово here может быть, собственно, here, может быть, here от и дифтонг начинается, а может быть he, но оно никогда не сливается с he. И тем не менее ориентироваться можно. Дифтонг всегда там, где слог заканчивается на букву а, которая в конце слога не произносится. Clear, near, fair, spare, bear, stare, и так далее. А во всех остальных случаях на конце всегда долгая a. Ну, если вы не хотите звучать как аристократ из черно-белого кино. Like Для современного и американского и британского акцента характерен happy tensing. В Британии иногда у очень пожилых спикеров и в некоторых региональных акцентах могут звучать very, money, enemy. Но это звучит достаточно старомодно. In a which, far from being based upon complacency of Japan and Italy, will for their own safety. The Russian army, the allied armies in Africa and Italy, on Germany from the south, are the European family. But we most certainly emphasize... Точно так же linking e возникает внутри слова на стыке слогов, когда первый открытый слог заканчивается на e, а следующий начинается на гласный. Create liaison, reality, piano, fiance, reaction, trio, ratio, oriental. And create a future. Creative. But in reality, in reality, we have subject liaisons. Liaisons. By the reaction of central banks. Reaction. Точно так же linking w появляется, когда одно слово заканчивается на долгий у, а следующее слово начинается на любой гласный. To apply, you engage, new wage, who is, two in one, do it, through inside, blue eyes, menu item, true emotions. And they warned me, they told me don't do it, do it and how you engage with the world around you. You engage. Who is now developing the first bilingual. Who is... But politicians in this new age of anxiety. New age... Точно так же этот фантомный «в» как бы возникает на стыке слогов, если первый заканчивается на долгий «у», а следующий начинается на гласный. Doing. Newest. Influence. Individual, dual, situation, throughout, viewing, continuing, pursuance, fuel, genuine, ruin, sewage, fluid, whoever, Lewis, nuance. So if just say you have a situation where you do find something works situation the newer new age kind of trackers Newer. and to the viewing of immigrants as constant security threats viewing and he was going to ruin their lives ruin Какие типичные ошибки здесь делают русскоговорящие каждый божий день я слышу от новичков что-то типа create situation to Create, create. Let's create name for this show together. Create. Overall situations like this toughen you up. Situations. This situation got even more attention. Situation. In Russian, we have creative И в безударной позиции мы не выговариваем это «и» четко. Оно там редуцировано. Креативный. Кре, кре, э, э, э. -э. Что-то такое там звучит. Точно так же и situation. В русском вы не выговариваете «у» в ситуация. У вас там в безударной позиции звучит «у». Редуцированный звук. Ситуация. ситуа т, -т Ситуация. Вот что там буквально звучит в быстрой речи. А в английском Uh, это отдельный звук, как в словах look good, и ни одно слово не может на него закончиться. Situation в этой позиции должен звучать долгий у, как в слове you. Не все носители там это связующее «в» произносят и слышат. Хотя, например, «wictionary» нам дает такой вариант «situation». А вот, например, как поет слово «situation» один известный британский джентльмен. And this is the same song covered by an American artist. We can clearly hear that there's an intrusive in there. Есть разница между тем, как мы идеально представляем слово и как мы его произносим бегло. Мы представляем в голове ⁇ хорошо ⁇ но в моем, например, московском акценте это звучит как ⁇ хорошо ⁇ Мы, когда пишем, проговариваем в голове ⁇ естественно ⁇ а ⁇ быстро ⁇ мы говорим ⁇ естественно ⁇ Естественно, в английском тоже есть свои паттерны редукции. На самом деле в быстрой речи может звучать и create, create, с кратким «э», а еще сильнее оно может даже редуцироваться в crate, crate, like a crate, like a chest. You have to create the perfect time. Create. To create Organizing themselves across government to create radical change. Create. Create. That we might be able to say no. Be able. We should be able to see if that's actually what's going on. Bill. Bill. Но представлять это слово по-английски или петь его мы должны только как create. И вот это все называется фонотактика, то есть правила, какие комбинации звуков легальны в данном языке, какие невозможны, какие слоги как взаимодействуют друг с другом и так далее. И вот здесь нам представлять долгие и и у как дифтонги в третий раз выгодно, потому что в таких сочетаниях слогов они ведут себя как и все другие дифтонги в тонги которые заканчиваются на краткий и или краткий у например now заканчивается на у по крайней мере так традиционно записывают но в связке это звучит как now why. между гласными неслоговая у или у фактически неотличима от у So заканчивается на у в связке so why do мы тоже представляем, что это заканчивается таки на у или в. Это тоже у нас дифтонг де факто, поэтому в связке do I. Lay заканчивается на E, в связке lay off. Buy заканчивается на E, в связке buy out. Say. Представляем, что это заканчивается на «и» или «и краткий», что кому слышится, это дифтонг, значит, связки «си-офф». Now I like the feeling of running. Now I... Like... So I tried lots of things and they all failed. So I... So I... And I go to South Africa, and what do I see? Two eyes, two eyes. We're gonna lay off you a little bit. Lay off, lay off. And just buy out everybody's garage sale. Buy out. Couldn't see out, I felt like... See out, see out. Впрочем, некоторые ученые считают, что linking е e и linking w это бред, и никаких звуков E или W в буквальном смысле там нет. Например, так об этой теме телеге отзывается британский фанатист Джон Уэллс в своем блоге. I can certainly see no case for wasting any time in the EFL classroom on teaching such a dubious topic. Еще один британский лингвист и тренер по акценту Джефф Линдзи также скептически отзывается об этой теории. The so-called linking year and were just don't exist. Телега это появилась еще в прошлом веке и с тех пор кочует из учебника в учебник, а вторую жизнь она обрела, когда появились онлайн-преподаватели. Никаких серьезных научных исследований на эту тему я не нашел. Никто не доказал, действительно ли там носители слышат эти звуки. Но никто и не опроверг эту теорию экспериментально. Почему? А никто не удосужился это сделать. Я проверил 32 англоязычных учебника в топе выдачи Гугла и Яндекса. История про Linking E и Linking W есть в 9 из них. Там же я встречал примеры: что типа Ian, I, am, I am, my is, my ears, таки отличаются длиной этого Е, по крайней мере, в медленной и старательной речи. И тот же Уэллс критикует эту телегу, но при этом у себя в блоге приводит картинку The Lesser of of two weevils. Weevil – это такой жук с хоботом. Но если такой каламбур возник у кого-то в голове, значит, кто-то там этот звук слышит. Do you see those two weevils, doctor? I do. Which would you choose? I would choose the right-hand weevil. It has significant advantage in both length and breadth. There, I have you. Do you not know that in the service one must always choose the lesser of two weevils <laughs> <laughs> the lesser of two weevils <laughs> Но цифр нет, в килогерцах никто не померил, в МРТ-сканер никто положение языка смотреть никого не сажал, и в процентах, сколько носителей так слышат, а сколько не слышат, никто не посчитал. Поэтому мы эту телегу кладем на полочку и подписываем. Непроверенная теория. Но, несмотря на это, пользуюсь ли этой телегой в своей преподавательской практике я? пользуюсь. Я даю это студентам как одну из объяснялок, если у них эти связки не получаются. Работает ли на моих студентах эта телега? Как и любые другие объяснялки, работает, но не всегда. Она, с одной стороны, решает для русскоязычных некоторые проблемы, то есть позволяет, например, осознать, что в слове create у нас долгий и, но при этом, как любое лекарство, может давать побочные эффекты. И самая частая ошибка, которую я слышу, когда пытаюсь достучаться до студента с этой теорией, это когда мне выдают create, be able, reaction. Мы по-русски говорим быстро ему и ей, ему и ей, и ей, и ей, и ей, и эта связка звучит ровно как надо в английском. Но когда мы начинаем это старательно проговаривать, мы неосознанно переходим на фрикатив ему и ей. И нам кажется, что так четче и собеседнику понятней. Но это не работает в английском. Create. Be able. И вот тут мне приходится таким студентам читать всю эту лекцию сначала, рассказывать, что английский звук «е» e не так охотно переходит в африкатив, как в русском «ей», -e, что долгие i «и» и «у» U это зачастую дифтонги в английском, которые заканчиваются на «е» и «у», и в которых они вылезают перед другими гласными. Но при этом они как бы есть, их как бы нет, они виртуальные, фантомные, не все носители их там слышат и так далее что не надо перебарщивать с этим, надо искать золотую середину и тому подобное. Где еще можно попасть в ловушки с этой объяснялкой в сочетаниях «о» плюс гласный? Например, «so it» не превращается в слитной речи в «so it». Я полистал юглиш, ни один американец из ста не связывает это сочетание через в, Либо пауза «so it». Либо хиатус, то есть сочетание гласных на стыке соэт it. Никакого в там не возникает. Who saw, the potential I had before I even saw it. So it is extremely important. So, would, so would. С британцами то же самое, но у них распространен другой вариант связывания через intrusive a, ah", То есть когда saw it сливается saw it. 56% носителей британских акцентов реализуют этот стык таким образом. You saw it. So And when you saw it. So it looks as though, so would, so would. Или, к примеру, low on sales не сливается с low on sales в слитной речи. Просто потому, что low и low — это разные вещи. А долгое o никак не может быть дифтонгом, потому что o — это другой звук в английском. We've strengthened the law on FGM. They're breaking the law on a bike is fine. Law on passing their law on immigration quotas. Law on how the kindergartens were running low on food. Low on Леон. Некоторые учебные пособия и некоторые преподаватели также употребляют термин linking ye к связкам типа I am, say it, the joy of и так далее. Я не вижу в этом большого смысла. Сочетание I, O, A и так в русском воспринимаются с и кратким на конце. Вы же не путаете той одной с то одной, с ней утром и с не утром. Дай отдохнуть и да отдохнуть. Все, вопрос снимается. А вот linking в в связках дифтонгов ау, оу, например, how about, go ahead, в принципе, имеет смысл давать, потому что в русском такого нет. Но я это обычно опускаю, чтобы не усложнять. Достаточно следить в целом, чтобы go осознавалось и произносилось как go, а не как go, чтобы no всегда было в голове студента no и не уплощалось в no, тогда и в связках они будут звучать как надо. Все это придуманные правила, которые имеют по 100-500 исключений. Все это попытки классифицировать явление английской фонетики, попытки разложить по полочкам хаос английского произношения и правописания. Но в итоге попытки эти не всегда работают. Когда английский язык заходит и говорит hello, логика покидает чат. Ну а теперь, когда вы все это знаете, вот сами и решайте, что с этой теорией делать. А я умываю руки. Я отправляюсь обучать следующего студента и понятия не имею. Зайдет ли ему эта объяснялка, не зайдет, попадется ли он в эти ловушки или проскочит. Не знаю, пока не попробую. Louis and Stuart flew in for continuous mutual drawing tuition. Louis. Это имя может звучать двояко. Если речь идет о французских королях, обычно это Луи. А британец может зваться как Луи, так и Льюис С на конце. Вы не можете знать это, кроме как напрямую у этого человека спросить, как его зовут. Американцев, как правило, зовут Льюис. Но когда говорят о французских королях, опять-таки это обычно Луи, Луис, здесь линкинг в есть у нас, And Стюарт, здесь тоже линкинг Кто-то из британцев произносит это без е e, Стюарт, но есть более классический RP вариант Стюарт, с е Стюарт, when, здесь у нас linking в, w, w читается на стыке, for continuous, w, здесь у нас linking в, continuous, mutual, to will, здесь у нас linking в, drawing, большинство британцев произносит это слово так, также можно его произносить как drawing, Drawing без linking w. Потому что после долгого о его не бывает. Uh, if you want to play safe, just go with the head, blend in and say drawing. That's the most common British pronunciation. Drawing, tuition, wishing. Здесь у нас linking w. Uh, это слово можно произносить как tuition, классический RP вариант. Некоторые британцы и практически все американцы говорят tuition. без е, e, а можно его произносить как Jeff Lindsay рекомендует uh, в начале tuition с полтализацией tuition и вся фраза целиком медленно Louis and continuous mutual drawing tuition. lewis and word flew in for continuous mutual drawing tuition. maria gutierrez is an experienced canadian theatrical and movie agent. maria marie e. we linking maria Вопрос на миллион. А рифмуется ли имя Мария со страной Корея и со словом Korea? Korea. А вот здесь в британском английском все очень сложно, потому что там есть три звука. Долгий и, краткий и e, и дифтонг и. И составителям словарей, лингвистам, каждому слышится, что ему бог на душу положит. Oxford Learner's Dictionary считает, что в слове «Корея» и такого же мнения придерживается Wiktionary, но найдите мне, пожалуйста, на юглише, кто так говорит. Абсолютное большинство говорит «Корея» с дифтонгом. South Korea. Or North Korea. И получается, что страна Корея не образует полные рифмы со словом с именем Мария. Вот так. Gutierrez. Еще одна загадка. Вы не можете знать по-английски со стопроцентной точностью, как читается иностранное имя. Никто из носителей не знает, как это произносится. Gutierrez. Gutierrez? По-испански это три слога. Gutierrez. Соответственно, кто-то точно так же может заимствовать Gutierrez, а кто-то может разбить это на четыре слога. Gutierrez. Вот в таком случае оно свяжется через Linkin E. Gutierrez. В американском английском особенности есть тенденция заимствовать иностранные названия через все долгие слоги. Вот такие носители произнесут Gutierrez. Едем дальше. As an experienced. Еще одна ловушка. А в американском английском здесь все очень просто. Exper. Слог per у нас перед re всегда будет e. Дальше открытый слог perienced. И, соответственно, он свяжется через linking е e. То есть у нас есть целый ряд слов с подобным паттерном. Period, material, serious. И в американском английском experience. Это будут два слога. А в британском английском а есть такой вариант возможный. Experience с двумя слогами. А есть вариант experience, где один слог в конце, и это дифтонг «эя». И такой, и такой варианты возможны. Human Canadian. Вот здесь однозначно «и». E. Canadian. Theatrical. Thee это тоже «и». E. Дальше «а». Связываются они через linking «е». Theatrical. And movie, в конце у нас может быть только A e, долгий, movie agent, дальше a, дифтонг, поэтому связываем их в потоке речи через linking e, movie agent, и-ей, e как русское и e но только не шипим там, и e не надо так делать, movie agent. И вся фраза целиком медленно, Maria Gutierrez is an experienced Canadian theatrical and movie agent. Maria Gutierrez is an experienced Canadian theatrical and movie agent. In actual reality, Liam's studio, that's situated in Lithuania, was ruined. In actual, здесь у нас linking were возникает потому что actual долгий у, дальше l на гласный начинается слог, связываем их через linking were actual reality. Re это у нас i e", долгий открытый слог, а дальше гласный связываем через linking e. Reality. Liams. Та же самая история. Ли открытый слог, закончится может только на e, а дальше гласный связывается через linking e. Liams studio, как у рэперов. Почему? Потому что studio, открытый слог, только на и долгий может закончиться, а дальше o, дифтонг, связываем и o, studio. That situated, Uh, situated, здесь у нас waited, like somebody waited for something uh, situated, это linking в uh, Слово это можно произнести через ч, situated, полотализованный вариант а можно situated, более классический RP вариант situated in Lithu-way Linking we, le thue, As this nas linking ye, le is et a o, dogi, dalsh glasne sviazoem chiris we, thue, we, a knee, like, like a knee, like, you know, a body part. A knee, this nas linking ye, ptoms dogi, ees glasn tolk tak mojna svezeit. Was ruined, like wind

Liam's studio that situated in Lithuania was ruined. In actual reality, Liam's studio that situated in Lithuania was ruined. Samuel and Andrew evaluated the situation with influential reviewers annually. Samuel, Sam, здесь у нас э, дифтонг возникает на месте бабочки, а, которая будет, скорее всего, записана у вас в словаре, но большинство американцев говорят не Samuel, хотя некоторые так говорят, а большинство произносит здесь дифтонг, э перед н. М бабочка у нас превращается в э в американском английском. Samuel. А здесь у нас linking в, потому что Samuel. Мью, ю, это у нас всегда долгий звук. юл, well, дальше гласный связываем через linking «в». And Andrew». Здесь у нас опять «э» – дифтонг, опять «бабочка». «Andrew». Кто-то, может быть, и выговаривает в Америке так, но большинство говорят «Andrew». W. А эти два слова связываются через «linking в», потому что «Andrew». На «у» заканчивается дальше гласный «Andrew value weighted». Здесь у нас Опять кто-то кого-то ждет, like somebody waited for something, evaluated, потому что linking в. опять u связывается со следующим гласным. The situation, ну про это слово я уже достаточно рассказывал, with influential, when здесь слог, потому что linking в. опять это самая история, u плюс гласный. Influential reviewers. Words. Вот what? Review. заканчивается this? у на долгий звук значит words связываем linking What is Annually, опять у нас and, дифтонг, или долгий e, э, как кому больше нравится, бабочка превращается в долгий э. Annually, здесь у нас linking w возникает вся та же самая история, у плюс гласный. И вся фраза целиком медленно. Samuel and Andrew evaluated the city. Toation with influential reviewers annually. Samuel and Andrew evaluated the situation with influential reviewers annually. Emmanuel was doing an interview on the newest U.S. law on fuel. Emmanuel. Здесь air Дифтонг «э» или долгое «э», как кому нравится, это так американцы чаще всего реализуют бабочку «а» перед звуком «н». Immanuel. А вот здесь у нас linking web, потому что new — это «о». O, o — «вэл». Well, с последующим гласным это связывается так. Immanuel was doing wing. Like a wing, like bird's wing. Doing, здесь у нас linking w an interview. Можно это слово произнести через t interview, а можно подсократить interview. Большинство американцев реализует его так без t interview. Но не во всех словах это работает. Например, winter у большинства американцев звучит с и редко у кого сливается с winner, а interview редко кто говорят, чаще говорят interview, вот так interview one. А вот здесь у нас вылезает на стыке linking w, потому что view это долгий у Дальше гласный interview one newest new u west linking w. us. Здесь у нас тоже вылезает потому что you ⁇ это всегда долгий звук. То есть, когда он звучит как русская буква you, это всегда долгий в английском. Uh, you, use, uh, usual, music, amusing, beautiful, few и так далее. US, а не US, US какой-то произносите. US, slinking, Lawn. А вот здесь никакого в не должно вылезать на стыке. Потому что слово «ло» и слово «лоу» это разные вещи. «Ло» заканчивается на «о» открытый, или а, часть американцев так произносит, часть так. это не дифтонг, это монофтонг, поэтому никакого в там на конце нет, он и не должен вылезать на стыке слов. Лон, то есть либо хиатус, то есть мы просто тянем о и разбиваем его на два слога. Лон фьюэл, либо пауза, гортанная смычка. Лон фьюэл. Но... Slow on fuel, он не может смешиваться, это совсем другой смысл. We're low on fuel, у нас мало топлива, but we've got a new law on fuel taxation, for example. Uh, то есть low on это у нас что-то мало осталось, а law on это закон о в данном случае fuel taxation, например, там, закон о каких-то там э, налогообложении топлива. Law on fuel. А вот fuel у нас здесь совершенно легитимно у linking в. При этом Wiktionary дает еще варианты fuel с кратким э в первом слоге и fuel в один слог, то есть носители воспринимают и воспроизводят эти стыки по-разному. И вся фраза целиком медленно. Emmanuel was Doing an interview on the newest US law on fuel. Emmanuel was doing an interview on the newest US law on fuel. Mario was angry about Victoria's reaction to a realistic story of a very old city artist. Mario. E Опять у нас здесь рэпера, потому что EO связывается через linking YE. Mario. was Angry. В британском английском здесь в первом слоге будет A, Angry. А американцы реализуют этот звук перед M как A, Angry. А в конце слова у нас может быть только и в американском английском только долгий звук или дифтонг. То есть и э никогда не может быть, поэтому выговариваем его четко. Angry about. Это напряженный звук, tense vowel. Поэтому мы его напрягаем, во-первых, четко, а во-вторых, связываем с последующим шва через linking e. Angry about. Victories иез здесь у нас еще один linking y. reaction yak. это тоже linking y. reaction to а здесь у нас linking w, потому что предлог здесь в полной форме то есть если бы было reaction to story to, to, to story тогда бы предлог to звучал бы в редуцированной форме т со швой. То есть фактически здесь просто два согласных произносятся. тс, тс, т, с, стори, т, стори. А шва, он как-то сам туда влезает. А если дальше гласный, т, то он у нас реализуется в полной форме. Т, долгий о, у, заканчивается на уа. Это дифтонка, и, соответственно, он вылезает здесь. Т, реалистик, Здесь тоже у нас linking E. Realistic Story. Только на и может закончиться слово. Напрягаем его, выговариваем Story. -ev. А дальше гласный значит Eve. Через linking e реализуем. Никакого story of story of e -f, e -f. никакого E не может быть в конце слова в английском языке. В американском, по крайней мере, в современном. Story of. Вот так, напряженно и четко с linking E. Story of very. Та же самая история, это и. E. Very old. Через linking. Yeah, связываем. Very old city. Здесь тоже хитро. Set. Это первый слог. В английском слог деления у нас контринтуитивное. Оно чаще происходит по закрытому слогу, поэтому первый слог здесь, как ни странно, set uh, like I set. А в таком слоге в закрытом буква I, если мы выбираем это E или I, это всегда в закрытом слоге. Set. Первый слог, а в конце открытый слог получается второй. И... E, потому что только на A может закончиться слово. Set. И только так. Только единственным образом можно произнести это слово. Какие-то островки, очаги логики в английском языке иногда встречаются. City. City artist. А раз это и, то связываем его с последующим гласным через linking e. City artist. И вся фраза целиком медленно. Mario was angry about Vic. Victoria's reaction to a realistic story of a very old city artist. Mario was angry about Victoria's reaction to a realistic story of a very old city artist. На сегодня все. Подписывайтесь на канал или не подписывайтесь, если вам это не нужно. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, или дизлайки, если не понравилось. Но YouTube, зараза, теперь их количество не отображает. Также вы можете зашарить ссылку на это видео в соцсетях, мессенджерах, форумах и других сообществах. А можете этого не делать, потому что в новой геополитической реальности мне это все глубоко фиолетово. Сведение youtube канала я ничего не зарабатываю впрочем и раньше это приносило копейки но деньги деньги я по-прежнему люблю шлите шлите ваши виртуальные пиастры по ссылкам на донат в описании я буду их считать и радоваться всем спасибо все свободны класс dismissed